Я иду. Бля, я забежал, это вообще было. Бля, пожалуйста, дайте мирного, пиздец, бля, 5 мафов подряд. Ну нормально, мы поворовали хоть чуть-чуть. Погодите, а сейчас кто-то говорил что-то в Дискорд, я никого, я слышал только... Да Дискорд лагает, Дискорд лагает. Это Дискорд лагал, я сменил сервер на Европу, стало все в порядке. Понятно. Блять, фу, слава так, богу, я могу выдохнуть, чуваки, все, поехали, блять, командная работа, все, let's go. Discord. Поехали, поехали, я медик, я правда не знаю, как пользоваться. Извините, пожалуйста, а я... Кто медик? Я обычный чел, да? Я детектив. Ты трейдер опять, вообще. Кто медик сказал? Да. А, это я рядом. Ты я красный медик? Медики трейдеры. Я просто чел, да? У нас я рядом трейдер получается опять. Причем с флешом опять. Нет, блять, Финн, все, успокойся. А может жоп? Дай мне камушек. Чекин патч, я скрафчу себе топор и на доверие. Почему я кулаком не могу бить? Что за фигня? А что за баг, ребят? Ребят, кто знает, что за баг, я не могу кулаком бить. Без понятия. Ты возьми в руки ничего, а не дерево. В руки возьми ничего. В руки возьми ничего, а не дерево. Юра, дашь камень? Деревянку нужна кому-нибудь? Я сам подфармлю. Спасибо. Может тебя нокнуть, и тогда ты встанешь и все заработает? Финн, это ты? Я не могу, я не бьет. На, кому на. Дерево срубить? А, вот, кому все, там не, дерево? Камень. Все, у меня заработало. Все, все. Кинь камень. Так, у меня есть аптечка, есть серп, можно идти работать. Кинпачи, Авдеич, Гипертокс и How to win if you play one. Деревянно-железных. Финн уже убежал, чуваки, вот где он, как вы думаете? Тут уже где-то что-то собирает. Блять, я думаю, можно. Ну, можно сразу изгнать его. Илюш, ты мирный? Что там надо? ХЗ. Кенпачи, у меня если что уже 3 дробовика, если ты не пойдешь, ты отпищу. 14 шестерен, 14 деревяшек. А... Чуваки! И мне один. Нема. 14 деревяшек нужно, 14 деревяшек. 14. Да. Давай, о, давайте вскроем, давайте. Я нашел лэп. Слышите, я нашел лэп. На будущее лэп на N. Просто наверх бежите о том. Так, он правда был здесь. Ящика не было. Что такое лэп?
тут ящик не взят. Табличка лома не буду, пока у меня, ну, кап, дерево уже собран. Ребят, нафармите быстрее эти шестерни, пожалуйста. Я дерево нафармил. Блин, так, где? Роща друидов это где? Кто здесь? Я слышу кого-то. Это я, Илюш, я тебе, блядь, готов давать пизды, нахуй, если ты, блядь, только ко мне подойдешь, ближе, чем на полэкрана. Мысли. Что за трэш? Ну я не знаю, маф ты или нет. Ну ладно, давай просто. Я предлагаю бункер открыть. Я предлагаю, блин. Не, Илюш, я предлагаю, чтобы ты ко мне не сближался, и мы идем домой, если хочешь. Хорошо, хорошо, давай открываем, открываем, ты зайдешь один, да я открою. Наберут клоунов по объявлению. Иди, лутай, псих. Каких клоунов, блять? Иди сюда. ХП фул у тебя. Да, да. Заебись, водка есть. Нам деревяшки нужны. Бля, деревяшек нет, пиздец. Сейчас я ягоды лутаю, ем. Давай. Он поставил мину, да? Угу. Угу, угу. Он заминировал, сука, и что делать? У тебя есть костер, Флэш? Нету, 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 бля, холодно, пиздец. А чё, ты будешь лутать? Нет, давай лутаем. Я собираю ягоды и траву, блин, меня просто продамажило уже от холода. Пиздец, ну так иди, блядь, здесь хилы. Сейчас я ставлю тут, наверное, бенз. Угу. О, водка есть. Неси ее, выноси. Бля, не знаю. Ладно, похуй. Чё? Деревяшки, наверное, нужно, блядь, взять. Я не знаю, что брать. Мы не успели, им посылку везу. Ладно, я побежал, Флэш. Я побежал греться, потому что меня одна водка не спасет. Ну а что делать, бля, я умру сейчас, да? Бля, он меня заминировал. Костер можно внутри, а нету, блядь. Пиздец. Флэш, прости, 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 прости. Ты просто сказал, что я маф, поэтому ты не должен жить.
Давай, Дромис, через сутки придешь. Сюда кто-нибудь. Пожить. Живи последние 5 секунд. Люди, животные. Электрика. Сюда, 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 сюда. Идем, идем. Сюда, сюда, сюда. Смотрите. Я съем твое сердце, фин, ты не фин, против? Ты, фин, ты на Энджи, да? Конечно, нет. Нашел станцию. О, кто-то из наших умер, меня только что похилили. Три деревяшки. Здесь синяя рация есть, можете взять. Одну деревяшку нашла. Бля, пиздец, нахуй, зашел поиграть, блядь, через 5 минут и ёбнули. Я, короче, камень добыл. Пошла, ребят, три деревяшки. Ребят, надо быстрее, у нас 19 минут. У меня три. Го-го, быстро ремонтируем. Авдеевич, иди, вставляй, у нас. Подождите, есть уже, да? Есть уже? Да, должно хватить. А, ну тогда я побежал включать рацию или что там надо? Нет, еще следующее задание. Мразота, блядь, ебаная нахуй. Здорово, Финн. Ты чё тут бегаешь? Чё тебе? Это VLS в скине флеша. VLS в скине флеша. VLS в скине флеша? Да, подо мной прямо, Авдеевич, вот тут вот. Вот. Давай домой, давай домой уйдем. Все, мы его смоли. ЕЛС в скине. Ай, блядь, он меня попал, помогите. Иди сюда, блядь, скотина. Не деритесь, не деритесь, оставьте его просто, и все. Блядь. Он, я не вижу. Я ничего попал. Не вижу, ребят. Пойдемте домой. Все, соси хуй, блядь, уебок нахуй. Соси, блядь. Все, готов. Жесткий, отойди, жесткий. Я его добью. Отойди, я его добью, чтобы я тебя не задел. Сдохни нахуй. У меня хп больше, чем у тебя. Да отойди, я рядом, отойди, я его добью. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Сколько деталей? Сдохни. Карма, блядь! Блядь, ну обдей! Блин, бедный флеш, у него столько. Есть одна механическая деталь. Юра, прости, Юра, прости. Какая деталь? Механическая? Ну да. Просто ты к***овская, понимаешь? Я не прощаюсь, Белюш. А, у меня есть... Нужна все равно одна деталь. Ты вот заминировал вход. Бля, Илюш, ну нахуй ты просто... Я тебе говорю, отойди. Ты говоришь... Ты мне говоришь, типа... Что-то, блядь, понарожали каких-то там что? Что, можем? Авдей. Кого понарожали, да. Что, блядь? Ты смотри, просто флеш. Ты сказал, что заражали клон. Да я ебу в рот. Я не знаю, блядь, маф ты или нет. Мы я просто никому не доверяю. Я не знаю, маф. Я вообще тебя не подозревал. Я подозревал. Смотри, короче, я подозревал больше всего Фина. Но он сказал, что наверху находится станция, вот это вот, да. Я побег, я сбежал наверх по его пути, по его следам. И он действительно бежал до станции и убрал ящики. Я поэтому охуел, я думал, маф. А, наберут по объявлению, ты сказал, вот, да? Я сказал, наберут по объявлению, да. Они убили меня, и убили моего мафа. Есть такой или хилки? Нет, как того мафа убили, это я видел, он там вообще, типа, забей. А что за набор для обеззараживания зовут? Это ты можешь... Она уже не нужна, эта хилка. Хорошо. Я побежал наверх, в общем. Да, побежали наверх, пожалуйста, у нас очень мало времени. Пошли, пошли. По дороге я какой-нибудь бункер открою в соло, у меня есть микросхема. В смысле? Ну, там определенный персонаж. Никого не смущает, что Авдеевич куда-то пропала? Авдеевич. Она могла роль украсть. Блядь. А вот Финн догадался, что она роль украла. Но я бля, не стал бы красть роль. Я никогда в жизни не стану, блядь, играть за ебаного мафа на смежной роли. Я не понимаю, да, почему это... Финн берет топор, а не серп? Серп же ебет топор вообще дальше. Потому что у него скин крутой, потому что у него скин крутой. Но это же не серп. Это топор, да. Ну. Он просто его делает, потому что ему скин нравится. У меня нет этой штуки. На N он говорит. Короче. Я тебе поморол. Надо следить за Финном. Бля, надо было похилить Финна, когда он сказал, что Авдеевич маф. У меня кулдаун был вроде, да? Кто тут? Я тут, я бегу. Тут. Куда бежать? Финн, ты где? Финн, я в бункере, слышу. Я бункер просто открыл. А, ты в соло открыл? Да, у меня же стало есть. У него это, способность есть. Там есть что-то полезное? Но там запчасти, если они нужны будут, то... Я возьму. Вот, ну, все, конечно, я пришел. То, что понадобится.
там? Да, да, нужны, 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 да, там всего по 6. Всего по 6. Что нам надо? У меня 6 канистров. Вот, почко. Всего вообще? Иди сразу, иди сразу канистры кладь. Хорошо, хорошо. 6 канистр, а одна шестерка. Может, скроем, здесь рядом была штука? Кому-то нужно канистры погреться? Я не беру, я взял платы и шестеренки. Да, да, канистры не надо брать, я все из дома вытащу. А, все, только платы и шестеренки. Четыре платы и 6 шестеренок. А, ну, нет, у меня есть одна, сейчас кину. Четыре шестеренки и 3 платы. Что там осталось? Так, 3 шестеренки, 3 платы. Да, 3 шестеренки, 3 платы. А если я обилку нажму. Ребят, если я обилку нажму, я похилю. Давайте домой, давайте дома принесем. Да, ты всех похилишь, но у тебя отберется здоровье, по-моему. Плюс ты можешь людей нокнутых сразу поднимать. Я с костер могу поставить. Это у меня половина. Поставь, пожалуйста, у меня мало осталось. Спасибо. У меня отойди, скоро пожалуйста. Стоило откатиться, отойди, я пожалуйста, смогу один открыть бункер. Блять. А зачем тебе дерево? Не знаю. А к шестеренке как будем? Да мы сейчас найдем бункера, го бункера искать. Блять, меня в дечь нокнуло. Я же не специально. Го бункер искать. Давай. Ты куда убежал, направо? Песните меня, Авдеич меня бьет, Авдеич меня бьет. Авдеич ма второй. Да я шучу, блядь. Да ты уже, ты со мной шутила, сейчас меня стукнула, что происходит? Алло, я костер ему поставила, блядь. Что происходит? Мне кажется, Авдеич переоделся, на меня нокнул. Есть подозрение, что... Боже, какой я тебя нокнул, ты сам топором ударил. Дерево и Фина. Гостю. Я тебе поставила костер. Не, Авдеич, скорее всего, реально трейтер. А, погодите. Блять. Он опять сказал, я проебал свой, блядь, хил на гипертокса. Бля, гипертокс. Нахуй, блядь. Костер, блядь. Я это хуйня. Бей. Все, нахуй, больше ничего не делаю. Не, а еще больше ничего нету, что ли? Все, вообще колесиком двигаю, колесиком. Трын-трын-трын-трын-трын-трын. Ну ладно. Все. Здесь бункер, вверху. Ребят, подойдите. 3 человека. Ну еще 2. Нормально ты спиздил. Кто еще один? Быстрее, наверх. Иду, иду, иду. Еще еды нет, блядь. Здесь там водка будет. Так у меня я зач. Так, 3 шестерни и 3 есть. Там деревянные. Шестерни одна есть. Есть водка. Я взял шестеренки, возьмите механизмы. Да костер. Бля, это вообще пиздец, нахуй. Я первый раз похилил Фина, чтобы он понял, что я сдох. Но он говорит о том, что типа Авдеич маф, я думал, его похилит, хил был на КД. Я бегал за ним 3 минуты, чтобы, блядь, услышать, как он еще раз скажет, чтобы нажать на хил на него, чтобы он понял. В этот момент Артем говорит: да, на маф, я его хилю, Артем. Блять. Все. И через 15 секунд Фин говорит: Авдеич маф, а у меня хил, блядь, на КД. Надо домой тогда. Авдеича, ты что нашла? Еще 2 платы. Принесли уже. Одна плата осталась. Одна плата, ищи... Я пока могу костер. Стойте. Нет, здесь платы. Пока. Стойте здесь, я один найду. Это открою. Я костер. Блять, я сейчас сдохну. Я костер ставлю. Тихо, гиперток, все, я поставил. Можно прийти? А. Авдеич. А. А почему туда, куда ты бегала, там находится сундук трейдеров? Ненормальный? Даже, блядь, костер забрали! Какой я трейдер? Ты спиздила роль. Я не пиздила никакую роль. Еще раз тебе говорю, бля, у меня было бы у меня роли. ХП, я бы тебя отпиздил сейчас. Блядь, попизди мне. Знаешь, что нашел? Вот. Все, я буду бегать только за Фином. Когда он скажет Авдеич маф, я его похилю. Есть у кого-то фиолетовый рад? Нашли еще плату? Нет, я думал, ты побежал. Пошлите, пойдем. Блять. Сейчас пойду.
Пойдем вместе. Пойдем вместе. Да не надо, останься, останься, пали. Хорошо. У меня скилл есть открывать. Слышно? Слышит меня кто? Алло? Я не понимаю, что она делает. Типа, нахуя. Что она делает? Да что-то она бегает, ничего не делает. Ну, типа, она лутает, нас лутает, лутает. Так я не знаю, нахуя она вообще мафа переоделась, могла бы мирно переодеться. Да просто по фану поиграть. Ну, типа, уф, мафа интересная. У меня есть плата. У меня есть плата. Что ты несёшь? Беги, беги. Я всё, принёс. Всё, гиперток смирный. А давай, что давай. Уже? Точка высадки прямо на N, выше. На N, понял. Чё, побегу, включу этот? Да, давай, гиперток с ГОЗом. У тебя есть костер? Да. И тут я вот еще оставлял, сейчас возьму. А, проебало, там кинпач уже сейчас включит рацию. А чё значит? На. Мой Авдеевич. Это Авдеевич, она вернулась, сломала электростанцию. Давайте, слушайте, мне нужен один человек, кто со мной пойдет, все это сделает, а кто-то должен полить точку высадки, чтобы там не заминировали. Вон она, сука, вон она. Отстань от меня. Авдеечка, ты себя пофоил. Отстаньте от меня, вы заебали меня. А нехуй ломать электростанции, сука. Время. Ты так беспалево роль спи. Давай подорвись, сука. Почему он не сводит? Блять! Блять! Я в тебя попал, что ли? Нет? Не знаю. Почему у меня не сводится оружие? Вон. Илюш, мороси. Да, и у меня КД, у меня КД, КД. Убейте ее на. Блин, я не буду бегать за ним под домом или... Пиздец, бля, они меня даже не отхуячили, это вообще жесть. Бля, ща, выиграет. А иначе гиперток с убьем. Авдеич, да. Этот мир слишком тесен для нас двоих. Отстанет меня, блядь. Этот мир слишком тесен для нас двоих. Нет. Бля, пиздец, он бежит нахуй с винтовкой в руке, посмотри на это, бля, веща вырвет. Он гений, он гений. Просто гений, гений, гений. Авдеич, говори со мной. Вот этих точно по объявлению понабрали, а она в семи кота. Че нам надо еще, ребят? Он еще даже по следам не побежал. Он ее потерял, да. Да, он умудрился ее потерять. Блять, ну конечно, он бежит три раза медленнее, чем она. Включите, кто починил, включите раз. Нет, по следам не бежал. Ну, в доме. Чтобы мы пошли на высадку. Высадка на букве «Е». Блять, она поставила мину перед ними, Финн три раза промахнулся в мели, потом они вдвоем подорвались на мине, блядь. Дум. А сколько хп у мирного? 1000? У всех 1000. Угу. Просто эти могут... Ну понятно, бафаться. Да, я слышу тебя. Почему тот, кто починил, не может вызвать помощь? Алло? О, все, побежал. У меня вообще... Кончите, это порнография просто. Все равно мы малфы проебали. До 5 минут, да, они точно успеют. Все успеют. Все если их Авдей сейчас не поубивает. Только если Авдей сейчас убьет Финна и Руслана, и я не знаю, что дальше надо делать. Так что оружие нормально нет. Нет, ей нужно кого-то нокнуть, или желательно убить, чтобы за ней другие побежали. Но я не знаю, что им по оружию. Вообще, типа, М-ка и дробаш очень хорошо работают в комбо. М-ка, ну, М-ка самая дорогая. Я подводная лодка. А, они уже все на подводную лодку. А, все, блядь. Уже ушли, она может только двух других.
Ну все, то есть мирные выиграли, получается. Ну эти точно, да. Мирные уже не проиграли. Нет, мирные уже выиграли. Если хоть один спасся, значит мирные выиграли. Вышел, блядь. На охоту? Поохотимся. По... Это, блядь, это Арагорн, Илюша. Поохотимся на орков. Он вышел, как бы. Охота прошла успешно. Возможно, один только Финн убежит. Ты сразу не понял, правда, что я понял, что ты мав, да, когда ты заминировал? Конечно. Конечно. Но ты уже выйти не мог, а я стою и жду тебя. А что мне делать? Души, душе в день. Холодно. Да, да. У меня не было костра. Я мог, я должен был еще одну мину ставить. Бля, в дичь патроны закончились. У нее патроны кончились, да. А, они сейчас, если за ней будут гоняться, еще прыгнут. Да нет. Да не, ну типа она могла еще кого-то брать. А, ну все, они втрое выжили. А где еще один? Бля, а, вот. Подними Никартокс, блин. Я подниму. Я обилкой мог поднять. Больше хп было бы. Би. Да. Да. Ну как вам, ребята, вообще? Ну а строй такой осталось. Бля, почему я так отсасываю? Почему я такой хуёвый? А кто сдох-то? Кто сдох, алло? Ребят. Ребят. Алло. Чё? Кто сдох здесь? Руслан сдох. Руслан. Почему? А что с ним? Он вышел из... Вышел, его в дичь ёбнуло, и он умер. Бля, лол. Ход, это ты, да? А и норм там? Она радиовышку сломала. У нее своя атмосфера. Бля, Руслан, что ты сдох-то? У меня типа обилка, и меня она... Да я тоже медик был. Бля, это игра учит, что просто... Ау, чё? Я все равно самый ценный игрок из трейдеров. Бля, трейдеры, нахуй. Да, могу. А чё, лагает? Ну, либо можем новые начать и там общаться. Да, в принципе, я... Короче, ладно, дайте я расскажу быстро, 5 секунд, историю. Быстро, 5 секунд. Ой, спасибо, Санта. Меня телепортирует, я встречаю Илюшу и говорю, сука, не подходи ко мне. Он говорит, да я мирный, блядь, набрали по объявлению, нахуй охотников. Давай бункер откроем, заходи. Я захожу, он мину поставил там. Спасибо за сапку. А. Спасибо за сапку. Нас 8, да, все? Спасибо за сапку, слышишь? Ну, вроде да. Нет, это не я. Я готов. А, нет, двое вышли. У кого двоих не хватает? Я вышел, один хотбой. Вместо меня кого-то ведут. ВЛС. Двое тут не хватает. У нас ВЛС зашел. Еще один. Ход остался. Алло, блин, слышишь на меня? Да, ход, заходи. Я ж говорю, я все. А, ты больше не играешь? Да, я просто уже 4 раз сказал, что не слышал. А я бы еще поиграл, если плюс найдем. Напишите, я думаю, там сейчас один точно идет. Принц хотел. В принципе, я даже не расстроился. Авдеич на меня 4 патрона потратила. 3 выжила. Все, всем пока, всем спасибо, всем доброй ночи. Ну, удачи. Давай. Пока-пока. Давай. Ты там уже на завтрак собираешь? Перекиньте Финна, флеш, перекинь Финна, он вылетел. Он опять в комнате ожидал. Я типа половину не слышу. А сейчас? Ты там уже Финн на завтра собирал? Да, я уже на завтра собирал. А че там уже все забиты вещи? Нет, там, по-моему, раз. Я плюс поставил. Я ВЛС, зеленка. Три. Это на Project? Винтер. Да, да. Лишь 12 утра. А, 12 утра. А, ну, кенпач ты последний, кстати, да, получается. Потому что штурман. Гидрос. А, хотя принц не, поста...
принц, я так и не понял, поставил или нет. Ну, вот спрашивал. А в 10 тоже завтра играет же? Чего? Завтра в 12. Вот а вообще два лобби собрать, по идее, сейчас, ну, люди... Тогда, Штурман, тогда. Гидрос, Ладно, ищите плюс один. Тихон, Зелёнка, ВЛС и я. Ну, у нас ровно 8, если не считать принца, потому что он непонятный. А, вон Урл сейчас хочет. Кто сейчас хочет? Илюша. А, это ты спрашиваешь. А как ты будешь играть в 12 дней? Так, Руслан, это я рядом, да, который? Надо, да, это я. Слышишь? Да. Просто интересно. У нас плюс один нужен. Че, никого есть нету? Плюс один, вы слышите? Есть плюс один, все. А, есть, все хорошо. Там Саполси хочет. Блин, какая чё, музыка кто, тут? Кто не заходит? Кто-то... У нас нет восьмого, сейчас ищем. Нет. Там мы ушел уже. Не, есть. Илюша сказал, что плюс один есть. Нет, мы поняли, да. Он говорит... А, он не может, он в мафию играет, ну клоун. Говорит, да, пойду. Может, он имел в виду с утра пойдет? Да нет, я сейчас спросил. Он просил, типа, если слоты будут, то мы с ним тоже в мафию играем. Плейстайл Авдеич на мафии, это по-дружески въебывать тебя топором. Он говорит, да я просто... Да. Да я шучу. Принц заходит, я уломал его. Он сюда. Да, отлично. Окей. У вас в мафии постоянно слоты забиты? Не, у нас в мафии вообще все слоты не собираются, еле-еле. А да, можно как-то с вами поиграть? Поднадоело мафия немножко. Так, а как тебя звать? Кто ты? Бачи. Тём. Тём, тут? Ты когда бежишь, короче, ты если чейзишь Авдеич, допустим, или мафа, то ты убирай... Я понял, со снайперки. Да-да-да, убирай... Не-не-не, убирай из рук оружие, ты тогда быстрее бежишь. Она просто убегает от тебя с пустыми руками, а ты там ведешь гангстерский диалог. Авдеич, этот город слишком большой для нас двоих. В этот момент Авдеич, типа, за 15 секунд убежал до 1.5 экрана от тебя, она уже в 2 экранах, хотя ты... Авдеич, говори со мной. Так я специально с тобой не разговаривала, просто ушла. Слушай, у тебя третий раз подряд был, да, трейтером? Я? Да. Чё, я поймаю. Я был мирным, Илюша был трейтером, меня убил. А, Финн, ты слышишь, Финн? Я тебя оставлю. Финн отошёл. А, бля, жалко. Кстати, можно со снайперки этой смотреть и вижен увеличивать. Принц скоро заходит? Перекиньте там принца, он вон сверху сидит. Флэш, я когда увидел, сколько ты дерева принёс, я подумал, ты мирный. Поставлю лампы, я же купила себе 2 лампы. А, так дерево нужно вместе с камнями для 6 дней. Сейчас после стрима поставлю. Да, Настя, там есть пара вопросов, ну, потом какие-то. Стартуем? Надо обсудить. Да там тебе чат бы промониторить твой внимательно. Принц, let's go. В смысле, у меня сейчас, там модер есть? Ну, вот, собственно, поэтому и вопросы. В смысле? Потом. Модер буянит, короче, Авдеич. Какие у тебя вопросы к Лизе? Да не к Лизе, к Лизе-то у меня нет вопросов. Так, у Авдеича всего 2 модера, Лиза одна из них, походу, получается, не Лиза. По остатку кто остается? Давайте выясним. Внимание, вопрос. Поехали. Дайте мирного, пожалуйста. Фу, блядь. Флэш, я пересмотрел, а сука, он заминировал выход. А мы что, мы скрываем ролик? Не, знаете, что мне очень понравилось в прошлой игре? Когда я беру, ставлю мину, и Финн на ней подрывается. Прям, типа, я при нём специально на мосту ставлю, потому что там по-другому не пройти, он подрывается. Там вдвоем, причем, да. Так, Илюш, блядь. Ты знаешь, что произойдет, если мы встретимся с тобой, правильно? После того, как нас степнет. Илюш, блядь, не подходи. Блядь, я предупреждаю всех. Если нас степнет, блядь, кто подойдет ко мне ближе, чем на 3 экрана, я начну драться с вами. Я просто предупреждаю. Я каменщик, работает у меня. Понимаю. Хлеб хочешь забрать? Поэтому удар, типа, да, не самый поставленный. Ну да, это... Я хотя бы где-то, понимаешь, работаю. Бля, интересно, а вот как, типа, если мы скрываем ролик, как, бля, вообще играть? Кто с лосем
дерется кулаками, кинпач. Все нормально. Ты зачем с лосем на кулаках? Я че, где еще лоси? Где еще лоси? У меня квест на лосей. Так это моя деревяшка. Дайте мне еще одну. Да ты охуел! Сундук открыли! Сундук открыли! Сверху мав! Второй сундук открыли. Кто это? How to win MAV. How to win MAV. Два сундука открыты, чуваки. Гоу, сгоняем прямо сейчас. Алло. Вы чё, ребят? How to win MAV. Финн, ты тут? Изгоняем How to win. How to win MAV. How to win MAV. Он открыл два сундука. How to win MAV. 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 Открыл два сундука. Сейчас выгоним его. Понял. Быстрее идите его сгоняйте. Смотрите, Финарготов ФК. Нас шестеро. How to win где? Он в пизде. Все, выгоняем его нахуй. Да нафиг как вы, я снизу, алло, ребят. Ну там есть ТПК по-любому. Я. Все, изгоняем его нахуй, да, расскажешь в школе, давай. Спасибо, Плэн. Типа, спасибо за то, что раскрыл. Ребят, я снизу находился, алло. Да, сундук, блядь, кто открыл вот этот. И справа еще смотри один. То есть смотри, допустим, он перебежчик, а маф я, правильно? Я открыл один сундук, а он второй, и он молчит, правильно? Финн, короче, how to win открыл два сундука. Бля, а что-то Финн не радуется, ребят, он походу тоже маф. Положили. Да Финн тут, да, снаружи он бегал. Готов, типа, открывать... Чего, Гипертокс, ты говоришь? Ты же плохо ведешь себя. Гипертокс, я все это время стоял АФК, Гипертокс, второй маф. Бля, стрим работает, чуваки, все в порядке. Что там у нас за механизм? Ну, ты говоришь, что я бегал. Вообще обвиняет. Все в порядке, все работает. В общем, Флэш вообще-то спалил. Я самый красный, он мафа выиграл. Слышишь, Флэш? Да, да, я здесь. Скорее всего, гиперток второй. У меня, если что, задание отравите, блядь, отравите доступные предметы. Так что. Так, чё? Фин, ты хам. Не нужен был этот. Ты мой раб. Артём, ты маф? Нет. Секрету я мафию. Понял. Пойду ящик открою. Тут еще ящик открыт. Еще ящик открыт. Ой, блядь. А где я проебал-то? Серп проебал. А что ты делаешь? Я рюкзак пытаюсь собрать себе. У меня Финн камень украл. Боже. Он здесь, ребята! Я здесь. Я мирный, блин, отстаньте, дайте мне домой зайти. Я замерзну скоро. Флэш с арбалетом, блин, он сам маф, алло. Соси. Кто из вас пизди его, пизди, Артём, пизди. Блять. Пизди его, пизди! Пизди! С кем вы там воюете? Алло. Так, все, хорош! Артём мирный! Артём мирный, он пиздил только что how to win. Пиздите его! Маф, пожалуйста, Артём, помоги! Артём, пизди его, блять, он два сундука открыл. Я ничего не видел, я видел, вы дрались. Я не думаю, что он бы обвинил. А что с ним будет? Хотя хз. Так он сам открыл ящики, на меня что-то... Да я его убью, ты мою роль посмотришь, Артём, смотри. Теперь ты можешь знать, какая у меня роль, каким-то образом, я правда не знаю как. Я хуй его знаю, какая у тебя роль, где это. Чуваки, алло, Финн, иди сюда, Финн. Бля. Алло, ребят, подойдите сюда.
Финн, ты тут или нет? Что такое? Артём, ты тут? Топили, да, да, да. Подойди, кто расследуйте победил? Убийство, расследуйте, я его убил, я мирный. А, это ты, Финн. Ну, я тоже его убил. Нет, его добил я. Артём, иди сюда, ко мне. Финн, мам! Где Финн? Где Финн? Пошли быстрее. Финн, мам, он меня бьет, это его топор. Это а где? Он меня бил. ВЛС сундук открывался. ВЛС сундук открывался. Он врет, он меня бил. Финн, мав, выгоните Финна. ВЛС открывал сундук. Ты кто? Я не открывал никакой сундук. Ну да, да, да. Инвентарь Финн, свой сбрось на пол. Инвентарь свой на пол сбрось. Все, у меня только серп. А, ну понятно, только серп. Пиздобол. Эти колесико скрулю, смотри. Проверяй, проверяй. Так, предлагаю всем закрыть рты у меня. Проверяй, все, все, смотри, все, все. Видишь, скрулю колесико прям в мышь, прям в микрофон. Мафло. Откуда у тебя такой топор с молниями? Откуда у тебя арбалет? А что ты меня целишь? Мафла. А потому что я боюсь тебя. Ты еще меня обвинил. Ты кто? Кто с арбалетом? Я с арбалетом. Я мирный. Юра. Гипертокс мирный. Финн, он убил со мной Мафа. Вон, он сверху. Финн, иди. Финн, иди сюда. Значит, это ВЛС, потому что он от сундука бежал от этого. Артём точно мирный, Финн. Вот я зуб даю. Смотри, Финн, здесь лежит труп. Его можно расследовать. Тут лут. Если хочешь, возьми. Если ты мирный. Вот, тут хуйня. Один огнестрел есть, если тебе надо. Вот. И расследуй убийство. Кто его убил? Его убил я, чекни, что я мирный. Там по деталям, ребят. Их деталей не хватает. Финн, второй маф. Иди сюда. А, Юра, это ты? Нет, я ловушку ставлю. Алло, я мину поставил. Меня Финн бьет, он меня убил в воде. Серьезно? Да, 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 я в воде. А где ты? Да чего? Я по озеру плыву каком-то. У меня пол хп, меня Финн пиздит. Да иди, блядь. Он трейдер. Он меня пиздит. Финна, убейте она срочно. Я бежал наверх, ты в меня целился зачем-то и стрелял. Я залез, с тобой говорю, ты мирный, поговори. Бля, ну он не убегает, иди сюда, Артём. Убейте его, ё-моё. Иди сюда, Артём. Артём, подойди сюда, я тебя резну. Блять, Финн, ты его ёбнул, реально? Да-да-да, блядь, он меня стрелял, он меня он стрелял, точно мирный, я тебе сказал. Все, Финн мав, бля, в пизду так, нахуй. Так нахер он меня стреляет тогда? Он врёт, понимаю. Окей. Я тебе сказал, что он мирный, давай, точно, давай, Финн. Давай, убей мирного, давай, флеш, убей мирного. Давай. Подождите, стоп, подождите. У меня все 4 слота заняты, я могу их сбросить. Я пойду, нет, стоп, не отпускайте его, я расследую убийство, пойду. Того света вернули. Какое убийство, если нет убийства? А, нет убийства? А, заебись, а, все. Бля, иди Люша вот все это время, мне интересно. Я тебе говорил, что Финн, это Финн, послушай меня внимательно, если ты мирный. А Артём убил точно Мафа. Артём убил точно Мафа. Он все, точно я мирный. Я понял, просто я говорю, я играл без наушников, я по телефону говорил. Гипертокс меня целился и стрелял. Я начал его бить, все. Я сказал то, что я это скорее всего ВЛС, потому что он бежал от ящика. Понятно. Я его почти убил тогда ВЛС, и Гипертокс начал меня тоже тогда стрелять. Зачем-то его дефать. Где дом? Алло, чуваки, а дом где? Тут, наверное. Там сломали указатели. Где дом Авдеич? А, нет. Дом, где я, следи на голос. А, там там. Говори. Говори, Авдеич. Есть костер. Я скоро сдохну, чуваки. Дом где еще раз? Раз. А вот. Вообще, будем выкапывать там что-то. Ну, Маф одного убили, второго выявили вроде как.
Изгоняйте ВЛСа. Все, изгоняйте ВЛСа быстрее. Мне нужно было выжить, не получив 1000 урона. Хотите интересную информацию? Кто-то из трейдеров сдох. Это, блять, спасибо. Кто-то из трейдеров Финаргот, я уверен. Я тебе говорю, что это VLS, который вообще нигде не появляется. Я постоянно. Не, это VLS, Артём, я думаю, это VLS. Его нет. Финаргот, второй трейдер, ты просто не видел, что ещё было. Мы с ним бежим, он бежит за мной, абсолютно молча. VLS где? Общее знание, кто его сделал? А чё дом закрылся? А, о! Ну что, я трейдер, да, Гипертокс? Общее знание сделал тот, кто добежал до капсулы. А я тут с вами нахожусь. А, ну все, это ВЛС, все, заебись, нас пятеро. Это ВЛС, как я и говорил. Он кого-то убил, да? Я его почти убил, я его почти убил тогда, блядь, ВЛС. Есть костер у кого-то, ребята, откидут сейчас. Я проголосовала ВЛС, проголосуйте. Я пойду ящики подминирую. А, я могу один взять, кстати. Да ВЛС как... Жрать хочу, пиздец. Все, давайте, ребят. Алло, вы где? А вот. Не, выкинь сзади дома, сзади дома, выкинь. А сколько изданий будет длиться еще? Если нам сломать. Я пойду греться, ребят. Я тоже. Ой, блядь. Пойду сдохну. Куда? Куда? Какую хуйню? Пойду. Ну, эти... Ну, эти, чтоб никто не спиздил ничего. У нас пока сырой детали новых нет. Так. Ребят, у нас два трейтера. У нас один трейтер, и одного я убил. Да-да-да, там кто-то сдох, потому что меня морозили. Я убил одного трейтера, второй Илюша. Проголосуйте в него, он в изгнании, правильно? Нет, я только что слышал, как Авдеич говорил, пойдешь что-то заминировать. Авдеич говорил заминировать хуйню, в которой... Блять, да, чтоб никто ничего не спиздил, потому что только что кто-то спиздил две мины, которые я скрафтила и положила сюда, и оставила свой арбалет с дротиком, блять, одним. Их никто не мог спиздить. Пришел трейтер, но я тебе говорю, пришел трейтер, спиздил две мины. Он успел. Я типа заминировал. Так, все, я открыл, пойдем вниз. Зайдет минировать, чтоб он подорвался. Все, в принципе, похуй вообще. Не заходите пока туда никто, пошлите копать. Если он пойдет, он покопает. Я откопал две детали, но, видимо, у вас они такие есть. Всем вообще похуй. Наверное. А где еще? Нахуя ты арбалет мой взяла? А, нет, не взяла. Подожди, а чей-то арбалет взяла? Когда... Алло, я сказал. Мы же еще не все детали здесь поставили. Так чтоб и трейдер не спиздил. Мы же посмотрели, каких не хватает. А мне как раз я эти выкопал, блин. Вот я. Мне тоже флеш не понравился, ну пофиг. Круг квадрат здесь. Что я не понравился? Кому? Надо откопать гантелю. Тем, что я мафу убил, я не понравился. Я никуда не пойду, блядь. Я пойду кого-нибудь отпизжу, потому что я хочу хавать. Пойдем копать. Ты бил, но роль ты тоже мог его спиздить. Я... Нет, нет, нет. Артем рядом был и расследовал убийство. Блин, ТП что ли? Зачем, если я хочу спиздить роль, я буду мафу убивать. Я подожду, пока убьют. Нет, я сейчас сдохну, видимо.
Мы нихуя не раскопали, 13.50 осталось. Кто-нибудь здесь? Я тут. Блин, я замерз. Есть кость? Да нихуя нет. Бежим, блядь, домой, восстанавливаем географию, идем копать быстро, что Финн, блядь, в ФК. Я был бы готов поверить, что Финн маф, но Финн, типа... Я тебя не слышу. Раз, два, три, алло, я здесь. Вот, теперь слышу, да. Я сейчас замерзну. Беги домой, направо. Я сейчас третий куст возьму и тоже бегу. Табличку, что ли, перевернули? Походу, да, пойдем туда. Какая-то из табличек перевернутая. Багряная шахта, я не знаю, где. Нам не в эту сторону. Тут костер, тут кто-то грелся. Нас еще морозит. Давай откроем, иди сюда. Ой, блядь, аккуратно! Иди, 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 у тебя нормальный ХП? Да, гоу. Ну так. Подожди, дай я первый пройду, если я... А, все. На мне яд. Пизда, мы не можем... Блять. Сейчас, жди. Маф может быть рядом. Гоу. Ищи водку, какой-нибудь костер, блять. Нету, нихуя. Нихуя нет, да? Нет. Пизда. Бежим. Сейчас мы уже не добежим. Можем не добежать, да. А хилиться надо тебе, нет? Уже нет. Да, толку нету, я не успею. У меня голод и холод. Я упал уже. Где ты, иди сюда. Я нокнутый. Да, я понимаю. Алло, ребят, тут на помощь есть? Ори, ори, кипач. У меня фиолетовый рацион, никто не слышит. На хилку возьми, быстрее хилься и беги. Пробуй. Бросай все нахуй, беги за мной. Постоянно говори. Блять, я в воду наступил. Я тут бегу, пиздец. Бегу, я в воду наступил. Бля, у меня нет еще обилки на ящик. Пиздец, я бы раскрыл, там водка, скорее всего, есть. Тебе если... одна травка нужна. Жрать хочешь? Блять, подожди. Короче, если мы не найдем дом, можно к ящику там вернуться. Там костер поставили, сюда. О, костер. Хорош. Фу, блять, слава яйца, но кто-то сдох из наших. Илюша кого-то убил. А, это все? Погнали. А, да, тут он короткий, но нам хватит добежать. А куда бежать-то? Алло. Вниз, наверное, куда-то. Мы были наверху. Беги не рядом со мной, а чуть-чуть поодаль, чтобы больше был обзор. Иди сюда. Иди сюда, бункер на двоих. Бегу. И ящик я сейчас смогу открыть. Давай, быстрее, время, деньги. Скажи, есть водка, костер, что-нибудь? Не, ни хрена нету. Только так, не есть бывает. Водка одна. Юзай себе. А нету там? Четыре, две водки. На, одну. Да, одну так. Там нихуя нет, да? Ни костра, ни еды, ничего. Нет, там только детали. Алло, ребят, на помощь, вы где-нибудь здесь, нет? Алло, ребята. Раз.
Бля, мы влево, что ли, уперлись, или что это? Не-не-не. Хоть одно сейчас это найдем. Не надо мясо. Тут ягоды. Алло, чуваки, да мне нихуя не надо. Выше, говорят. Ну давай выше побежим. Надо вверх, походу. Тут есть бункер, иди сюда, сюда. Да нахуй нам бункеры, они... Есть. На двоих? Да-да-да, на двоих. Тут медведь. Но медведь там нахуй был не нужен. Пиздево. Так, заебись, все, блять, заходим в бункер, надеемся, что там что-то есть. Если нет, то нам пиздец. Тут нихуя водка нет. Есть одна. Мне пизда, я сейчас умру. Да, я умру, походу. На, держи водку. Давай. Где она? Где? Пойди, шли, выкинь. Пиздец нам. Есть. Нам пиздец. Бежим, бля, пытаемся искать. Я хз, куда искать, куда бежать вообще. Судя по тому, что тут стоит ящик. Бля, у нас двое уже сдохли, походу. Алло, алло, алло! Ты тут? Я не знаю, куда бежать, ребята, я потерялся. Ни одного указателя нет, все, блядь, срубленные или перевернутые. Артём, я тут. Кто-то сдох внизу, я его обыскал и отравился. Я 4 раза пришел на точку копать. То тпшит, то мороз. Кто-то сдох рядом с домом. У нас мав, блядь, рядом с домом. Артём, мы вдвоем остались, походу. Слышишь? Артём! Алло, Артём! Алло, Илюш, хоть ты меня, может, слышишь? Алло, Артём! Буран, пиздец. Ребят, зачем? Зачем этот хейт? Гипертокс. Какой хейт? Если что, карточки можно открывать слева на кнопку. Да, гипертокс, у тебя там карточки появляются сверху. Их не обязательно их запоминать. А, да? Спасибо за чок, заразу. Алло, чуваки, вы тут? Вы живы? Трейтер, которого первого убили, подсказал. Так, я пошел копать. Как я их слышу? Вы не копали же, ребят? Алло, Артём. А где Финн, я слышал? Где они?
Блять, кто-нибудь жив еще, кроме меня и Артема, или нет? Как я слышал тут Фина только что? Это я в Дискорде говорил, сори. А, блять, понял, сори. Пизда мне. Бьет он нахуй. Вы не копали, ребят? Я становлюсь королем. Я повторяю эту шутку, просто до этого флеш ты ее не слышал, но она хорошая была. Меня просто спросили, принц, что ты делаешь? А я такой, типа, в скине принца убиваю. Я не понимаю, я просто... Подожди, не убивай, подожди, дай победим. Секунду. Там один Артем остался. Давай. Я тебе резну. Давай. Я не очень... Если хочешь побазарить, то я тебе резну. Давай. Смотри, короче, мы были вдвоем с чуваком каким-то. И бегали, наверное, минут пять. И не могли никак найти вообще, блядь, что делать. Ты перевернул эту хуйню, да? Да, я кучу знаков перевернул. Флэш, ну это некрасиво, я ж тебя резну. Видишь, тебя наказал сам бог. Я должен был попытаться. Короче, ладно, теперь вот не резай меня. Дай теперь 5 секунд и не резай меня, потому что я тебя буду бить, если ты меня речь. Смотри. Мы были вдвоем с чуваком и бегали, искали всякую хуйню. Я открывал ящики иногда, брал оттуда водку и все такое. Вот, но мы все равно сдохли, блядь. Он сдох где-то от холода, я прибегаю домой, а он говорит, типа, Артем... Твои последние слова, Флэш. Не, ну если ты найдешь дом, тогда да, у тебя появится, но тебе-то начало надо найти. Как вы все сдохли-то, чуваки, вообще? В смысле, да, как? Меня был ЛС поймал, когда мы разделились. ЛС по одному всех там вылавливает. Да, всех. Мы с тобой разделились, Флэш, и меня он... Бля, ну как ты сейчас будешь на мини на последний? Я думала, я принципу... Ну это был лакич, да. Меня тоже захуярили. Да нет, там нет смысла, там белая. Самое обидное, типа, что я нашел рацию, типа, я дал рацию апдейт, а вы больше никто не нашли рацию. Я ру в рацию. Есть кто нашел? У меня была фиолетовая рация, ее никого не было. У вас желтая была рация? Да. Блин, у нас на самом деле, да, проблема связи, и проблема в том, что никто не копает детали. Нет, смотрите, у каждого должна быть своя роль. Я заебашил мафа первого, я заебашил на второй минуте. Я принес две детали. Тоже две детали принес, только по-моему получается одинаковые. Ребят, знаете, в чем проблема? Да, вы все копали одни и те же детали, никто не, как лидер, себя не проявил. Типа... Просто вот эта хуйня нас очень сильно задержала, когда... Так Авдеевич сказал, что она пойдет на самую правую деталь. Так в смысле? Я пошел на верхнюю. Я задание сделаю и пойду, так больше никто никуда не пошел. Ты их принес после. Я пошел между НЕ, ты пошла на Е. Я выкопал НЕ, получается... Сейчас найду, ребят, минуту. Бля, кинбачик, я на НЕ уже... Я на НЕ принес, блядь, пусть знает, когда дизайн. Потому что я сказала, что сейчас идите выкопайте пока. Так а кто же знал? Сказали то, что на Е пойдут. На НЕ никто не сказал, что кто-то пойдет. Чем все остальные занимаются? На 6 человек. Знаешь, на 6 человек две детали может выкопать один. То есть, по идее, два человека могут все сделать. Типа, ну а почему? Типа, я его сейчас еще подморожу, он умрет. Это, блядь, твой, сука, маф. Чего? Что, гипертокс? А, ты, блядь, гипертокс. А можете просто сказать, где гипертокс? Я пойду его быстро кончу, и мы next начнем. Он рядом. Бля, ну Илюша заслужил подарок, блядь, сейчас. Илюша, ты просто царь, конечно. Изи. Остановись, нахуй. Бля, этот найти не может. Кибертокс? О, бежал в другую сторону. Да все, оставь их, блин. Да я чуть не... Ну... Гипертокс вообще дезориентирован. Он, блин, он играет первый он раз. Да, он первый раз играет, да. Я говорю, надо ему помочь, просто объяснить было все. Да замутьтесь вы. И гидроза, по-моему, как-то уже помогла. Гипертокс костер не работает. Ты умираешь от холода. Быстрее, чем я.
Еще издеваются. Выйдем раз на раз, ну чисто разобраться. Да, выйдем раз на раз, надо. Сейчас на минах, смотрите, на минах, смотрите. Бля, выйдем. Последний выживший умер. Последний выживший умер, к сожалению. Какой же ты батя, просто... Артём, ты заруинил мне ачивку убить всех мирных соло, если чё. Ну типа, потому что я всех убил. Так попросил бы его. Я просто не понял, мы же должны были все детали найти на эту электростанцию сраную, правильно? Ну мы и искали, если чё. Да, я их и искал, тоже было... с лопатой бегал. Так, я перезапустил. А как Финн умер? Типа от медведя какого-то? Да, вот это. Мы причем, мы единственный квест, который все время руиним, это лопаты, блядь. У нас ни с чем нет проблем, кроме лопат. Я хоть знаю. Я три раза прихожу, меня тут тпшит, то зима начинается, то я просто места не могу найти. Смотри, когда тебя тпшит, ты ищешь знаки и по знакам находишь дом. Да, это понятно, но я имею в виду, что я место вообще не нашел копания. Сори, я просто неопытный трейдер. На самом деле, за мирных здесь играть, ну, интереснее, чем за трейтера, так чисто. Ну, по крайней мере, мне. Нет, наоборот, чувак, за трейтера интереснее тут. За трейтера очень интересно играть. А, хуй знает, мне не нравится. За трейтера там больше тактик. Кто у нас не зашел, а в 10, что ли? За трейтера самое... Самое классное, что есть за трейтера, это что у тебя рация есть с самого начала. А, флеш не зашел. Нет, самое классное за трейтера, это переодеться в принца, и Авдеевич говорит, принц, пойдем. Ты что в меня стреляешь, принц, зачем? А потом умирает. Вот это круто было. Я не... Я так не знаю, нет, ну там очевидно, круто было типа, то, что я тебя увидел, как ты в сундуке рылся. Нет, но... Илюх, я не рылся в сундуке. Я же принца пошла искать, чтобы помочь. Ты мимо него прошел. Илюх, она знала, что я сдох, потому что я, блядь, ей в рацию кричал.